Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. Предлагаю поговорить о том, что значит быть священником и какие обязанности возлагает церковь на священников. Владыка, все ли могут стать священниками? Священник – это человек, который служит Богу и является совершителем таинств. Человек, который для этого специально этому обучается, а потом проходит через посвящение, так называемую хиротонию, или рукоположение по-славянски, когда его рукополагают сначала в диакона, это такой низший сан священнослужения, а потом в священника. А все ли могут стать священниками? Священником может стать мужчина, ну, до определенного возраста уже, ну, скажем, тогда, пока он в силах еще, да, если ему 90 лет, наверное, уже это бессмысленно. Вот. И человек, не имеющий так называемых канонических препятствий. Каноническими препятствиями является достаточно много вещей. Это и жизнь, разгульная жизнь предшествующая, да, это второй брак, это сразу исключает священство. Вот. Ну и какие-то вредные привычки, да, скажем, ну, не может стать священником бывший наркоман или алкоголик и так далее. Это большой достаточно список, вот сейчас приводить его здесь на память я не буду, но священник должен быть, если совсем сказать, просто хорошим человеком. А возраст, наверное, со скольки лет? 20? По канонам, по правилам церковным, диакон может быть рукоположен в диакона человек в 25 лет, а в священнике в 30. Это древняя традиция, она идет еще из Римской империи, 30 лет – это возраст совершеннолетия, когда человек молодой вступает в права и становится, может отвечать за себя и за свою семью. Вот. Сегодня это правило нарушается, к сожалению, и мы рукополагаем людей гораздо раньше. Но все-таки вот я лично стараюсь раньше 22-23 все-таки не рукополагать. Совсем уж так, потому что человек, конечно, должен какую-то сознательность уже приобрести. Это не должно быть каким-то таким юношеским таким вот желанием, да, а должно быть обдуманным поступком, потому что это на всю жизнь. Владыка, а в чем причина того, что бывшие врачи, физики, инженеры, там список можно перечислять большой, идут в священники? Любой человек может пойти в священники, и бывает. Дело в том, что и врачи, и инженеры, и как, в общем, там много у вас, да, в списке, и охранники, и военные, да, и милиционеры, и, так сказать, трактористы, можно перечислять очень много, да. Все это люди. И любой человек открыт для действия благодати Божией. Люди приходят в церковь, люди становятся верующими. Очень немногие люди с юности, с детства воспитываются в вере, да? Даже сегодня немногие. А большинство приходят сами, приходят в сознательном возрасте. Кто в 25, кто в 30, кто в 40, кто в 50, кто в 60. И становятся верующими людьми. И, став верующими, задумываются о своей жизни. И у многих из них возникает желание стать священником. И если у них нет канонических препятствий, то они могут ими стать. А образование важно? Конечно, обязательно. Обязательно нужно получить духовное образование в семинарии. А вообще какие учебные заведения тогда готовят священнослужителей? Духовные семинарии, духовная академия, такой Свято-Тихоновский институт в Москве, университет, прошу прощения, да. А вообще их много таких учебных заведений, да, сейчас? Много. Ну, если не считать нашу епархию, то в большинстве областных центров страны имеются свои семинарии. А в чем заключается работа священника? Вы знаете, я предпочитаю слово «служение». Да, священник – это человек, который служит Богу и людям всю свою жизнь с утра до вечера. И должен быть готов служить и с вечера до утра. Это человек, который, во-первых, служит в церкви,
Во-вторых, общается с людьми, помогая им в их жизни и пути ко Христу, который их исповедует, который наставляет их, ну, обучает их основам веры. Это, собственно говоря, это жизнь, особая жизнь от человека, который полностью посвятил себя служению Богу. А вообще священник априори прав в своих суждениях? Нет, конечно. Почему априори? Априори никто не может быть прав. Да, прав только Господь Бог. А мы люди, и мы можем ошибаться, и бывает, что ошибаемся. И далеко не все священники соответствуют тому идеальному образу, который я только что перед вами, так сказать, раскрыл. К сожалению, априори правых людей не бывает в принципе. А бывает ли выгорание от служения в церкви? И если да, то что делать для этого епархия? Вы знаете, у нас есть другой термин – окамененное нечувствие. Так по-славянски это звучит. Угу. Возможно, но это выгорание не от служения. Это выгорание от несоответствия своего внутреннего и внешнего состояния тому служению, которому ты себя посвятил. Вот и все. Стремление получить сан – это уместный карьеризм? Ну, это не карьеризм, потому что сан – это не карьера. Потому что приходит, допустим, офицер, который был полковником или подполковником, что для него диакон – это что, карьера, что ли? Нет, конечно. Но он хочет служить Богу. Он хочет служить Богу. Для него это стремление. Но это слово карьеризм, оно здесь не описывает это состояние. Оно неуместно. Вопрос от зрителя. Каким должен быть наперстный крест священника? Золотым или серебряным с камнями? Какого размера и вообще килограммы золота на облачении духовенства? Насколько обязательны? Ну, это вот взгляд со стороны. Ну, взгляд со стороны, а на килограммы золота, в общем, достаточно старинный взгляд. Вот. И, ну, килограммов золота нет. Вот, например, вот у меня вот такой вот предмет, он называется панагия, где вот иконка и с таким вот обраблением, да? Ну, не знаю, похоже ли это на золото, но вообще это латунь. И обычные камушки, такие стекляшечки, вот, да. То есть, ну, ни килограмма, ни 100 грамм золота здесь нету. Ну, во-первых, у священников кресты являются неким знаком отличия. Это награда за их служение, да. Когда священник рукополагают, то ему одевают такой простенький беленький крестик восьмиконечный. Потом, когда он долго служит и каким-то образом его хотят поощрить, ему дают вместо того другой крестик, желтый, золотого цвета. Ну, как бы золотой. Когда-то эти кресты назывались кабинетными. И выдавались они из кабинета его императорского величества. И действительно были золотыми. Но сейчас давно уже нет ни кабинета, ни золота в этих крестах. Это просто знак отличия. Потом, когда этот священник еще достаточно долгое время прослужил, ему дается так называемый крест с украшениями. Но это тоже латунь, это тоже стекляшки. Дело в том, что еще в Ветхом Завете есть такое правило, что Богу дается в дар самое лучшее. Да? И храм, когда Иерусалимский строился, то вот можно прочитать в Ветхом Завете описание этого храма и тех материалов, которые на него шли. То есть, если это дерево, оно не гниющее, самое лучшее, да, кипарис. Если это металл, то это золото. Если это ткани, то самые дорогие. То есть, все самое лучшее всегда отдавалось Богу. Это не потому, что Богу это нужно, а потому что это имеет некое воспитательное значение. Жертвуя, человек приучается отдавать то, что ему нужно, то, что у него ценно в его глазах. Что самое ценное в его глазах, то и отдается Богу. Даже когда жертвовалась какой-то ягненок из стада, да, или какой-то теленок, или еще что-то, да, то очень подробно описывается в Ветхом Завете, как его выбирать и каким он должен быть. Он должен быть лучшим. Обычно человек, если вот у него стадо, надо отдать жертву. Да, какой-нибудь хромой возьмет, там, или какой-нибудь, да, это самое, такой задохлик какого-нибудь возьмет и отдаст. На тебе, Боже, что нам не гоже. Недаром эта поговорка появилась. Но нет.
Он призван отдать самое хорошее, что у него есть. Таким образом воспитывается очень важное чувство жертвенности. Она потом пригодится людям в других совершенно обстоятельствах. Но если люди научились жертвенности, то тогда они могут пожертвовать и очень многими вещами ради других людей. И вот поэтому в храмах наших было много достаточно ценных вещей. Но надо, если вы зайдете, допустим, в оружейную палату Московского Кремля, да, или да. в какие-то, в Третьяковской галерее есть такой целый отдел, где прикладное искусство, да, там оклады, дарохранительницы, Евангелия, кресты, оклады на иконы, или, допустим, в музее Троицы Сергиевой Лавры, Кирилла Белозерского монастыря, вы видите множество действительно ценных вещей. Но посмотрите, это вклад царя Ивана Васильевича Грозного, это вклад Ивана Третьего, это вклад Бориса Годунова, это царские светлицы вышивали, допустим, плащаницу какую-то, да, там 20 лет шили ее. То есть это то, что собиралось от вкладов очень состоятельных людей или государей на протяжении столетий. Большевики тоже, когда пришли к власти, они тоже вот так рассуждали. Как мы сейчас тут вот разбогатеем от церковных богатств. И когда Лев Давидович Троцкий даже писал как-то, что если вот, когда мы заберем... Во время голода. Кстати, вот в этом году как раз столетие изъятия церковных ценностей, да? Вот, и он писал с восторгом, что золотом и серебром, которые мы возьмем в лаврах и монастырях, можно будет нагрузить столько вагонов, что ими можно опоясать по экватору весь земной шар. Да. Было такое чувство у них, что, ну, примерно то же самое, килограммы золота. На самом деле никаких вагонов они не нагрузили. Они уничтожили огромное количество лучших произведений прикладного декоративного искусства, все переплавили и в слитках продали. И заработали аж 6 миллионов золотых рублей с половиной на все это дело. Из них 2 миллиона потратили на сам этот процесс. То есть из этих 6,5 миллионов 2 миллиона с лишним было потрачено на то, чтобы само изъятие, да, потому что там люди, там все это, да, транспорт и все прочее. Вот. А остальные в виде беспроцентного займа подарили молодой Турецкой республике, которая только что пришли к власти младотурки, где победил этот тюрк, а он установил первым дипломатические отношения, одним из первых с Советским Союзом, и тогда Советская Россия еще. И Советская Россия на радость и благодарна дала ему беспроцентный заем, вот, который потом простила. И они вообще его не вернули. Да. Вот на это, вот на что ушло золото, серебро, ценности, которые были столетиями собирались в русской церкви. Вот, к сожалению, вот так. Вот это вот очень такая печальная история, но, к сожалению, повторяется вот это вот, не исчезло, не ушло вот это вот сознание. Вот у них там сейчас, вот мы сейчас пойдем, да. У нас сегодня латунь. И в лучшем случае поталили, ну, в отдельных случаях позолота, да. То есть вещи, которые совершенно ничего не стоят. Наши золотые купола из нитрит титана всего лишь навсего. Вот, поэтому, но все-таки по традиции вот это вот такое вот наполнение храмов такими вещами, которые хотя бы так вот тут стилистически напоминают как те старые времена, она сохранилась. Ну, наверное, со временем она будет уходить, эта традиция, да, и церковь будет проще, и проще будет ее убранство. Еще вопрос от зрителя тоже касается, кстати, вот по поводу дарений священникам. Видеть священнослужителя за рулем дорогого автомобиля – это норма. Священник покупает или получает автомобиль от епархии, и если священнику дарят Lexus, он должен отказаться? Вы знаете, я 36 лет уже в церкви священствую и архиерействую. Я не слышал о том, чтобы кому-то дарили Lexus, честное слово. Скажем, для
сельского священника автомобиль – это абсолютная необходимость. Да. Это, там большие расстояния. Он, ну, даже небольшие расстояния, даже вот если в соседнем селе надо, допустим, причастить умирающего, да, или отпеть. Угу. Как еще? По соседям. Автобус не ходит. По соседям. Да. Ведь автобусов сейчас практически, вы знаете, в каком они состоянии, да. Пешком тоже не находишься. Вот, ну, человек, как правило, покупает так же, как и все обычные люди, в кредит. Вот, ну, помогаешь немножко какой-то, допустим, с оплатой этого кредита. И вот и все, что можно, может себе позволить епархия. Да? Вот, поэтому, что касается дорогого автомобиля, ну, если священник настоятель городского храма, тут есть вопросы. Вот, норма ли это? Если очень дорогой, то не норма. То не норма, да. А если это обычная рабочая лошадка, то вполне нормально. Потому что, да, автомобиль, повторюсь, не роскошь для священника, а средство передвижения. Спасибо, Владыка. Пожалуйста. До свидания. До свидания, уважаемые зрители.